Это Олеся. Да, ну что, поедем в школу, Алис? Да. Сегодня 1 сентября, очень важный день у нас. Мы первый раз идем в школу. В Бельгии в школу идут 2,5 лет, поэтому мы уже большие и пойдем. Будь здорова! На улице очень сильный дождь, но ничего, у нас есть плащик. Покажи свой малетик, покажи свой портфель. Вот такой, покажи слоненка, покажи. Где слоненок? Это нет, это черепашка, на нем висит. А поверни, чтобы слоненка было видно. Покажи, какой вот такой слоненок, да. Это твой портфель для школы, рюкзачок. Ну все, поехали? Да. Помаши пока-пока домой, помаши пока-пока. Вот так, все, поехали. Вот это школа. Вот мы приехали. Очень сильный дождь. Но мы быстренько бежим. Алис. Алис. Вот школа. Это спортивный зал. Сначала все здесь собрались. Мама. А потом пойдут в класс. Очень интересно, но тоже страшно. Немножко. Вот, кажется, немножко освоилась. Нашла стенку, по которой можно лазить. Ну вот, похоже, нам здесь нравится. Ой, пластилин. Сколько игрушек здесь. Ну вот, пока что школа нам нравится. Сила обратно пока нет. Ну вот, полдня прошло. Сегодня забираем Алис пораньше. Сейчас посмотрим, как прошел первый день в школе. Алис, тебе понравилось в школе? Алис? Алис? Котенька, посмотри на меня. Скажи, тебе понравилось в школе? Да. Да? Ты плакала немножко? Да. Плакала? Ну ничего, сейчас пойдем домой. А завтра придем опять? Придем завтра опять, Алис? Да. Да.
куда идешь? Алис, нам не туда. Пойдем домой. Это?